Всем привет, ребят, вы на канале Суперлифтер. И сегодня я буду покупать 11 стадию в My Phantom Infinite Simulator. Погнали. Накоплю 120 SX денег. И стадию 120 SX. Давайте, раз, два, три. Ура. И здесь, о, мы сформировались. Следующая 11 стадия 23 SP. Ну, нормально. На 5 реально 8 было. 15 миллиардов дает. Так, а нет, нет, а нет, это подождите, все. Кстати, мне он нравится, когда вот так вот выглядит. Он прикольно. Прям. Вот этот якорь. А, не, не, вот эту колонку. По 300 регион. Продаем. Так вот, я на этой локе, который будет 5, и следующий локу нужно 13 стадии и 1-2 от своей силы. Ну, в принципе, нормально. Понедельник. По 3 гентлиона. Нифига. Продаем. Покупаем уже Юпитера. Тут 14 гентлионов. Нифига себе. Продаем. А, вот он. Все, покупаем вот этот вот, с одного бара. И... А, блин, опять этот баг. Нет. Ладно, и... Ладно, я здесь быстренько перезайду и вернусь. А, не-не-не, а, не, перезаходить не надо. А, здесь со мной не копил. Все уже или? Да, вот все покупал. А, так VIP я могу делать. И. Короче, какой-то баг мне придется на солнце сейчас печать. Так, какой-то баг я не могу нажимать, не работает. Или? Не, не, видите. Ну ладно. В принципе, ничего, потому что у меня уже на солнце даже не попило. О, сейчас солнце. Здесь ничего не такое, ну, такое маленькое. Следующее. Полтора СП. Ну, изи будет. Ну, хотя не, не изи даже. Не, хотя, ну... нормально. Ладно, ребята. Давайте сейчас уйду в паузу и вернусь, когда мы качаем на предмет. Ждите. Все, ребята, я вернулся. Пальцы предмет. Следующий 3,7 СП, вот такой открыт. Было в Антеле, сколько там до него? Ну, в принципе, и это где-то, ну, пару минут качаться. Ну, нормально, ну. Ладно, ребята. Сейчас еще выйду паузу и, например, накачаю и вернусь. Все, ради вернулся, покупаем предмет. Там, где предмет, вот он. А, не, блин, ничего не хватает. Ну-ка, о, сеть прохватает. Ладно, ну, ну ладно, но он. Короче, он, да. Ну, а, нет. Вообще, мол, нет. Ладно, ребят. Еще мне хочу сказать большое спасибо за 50 подписчиков. Ну нет, всем спасибо за просмотр. С вами Суперлифтер. Всем удачи и всем пока-пока.